Приветствуем всех зрителей и подписчиков. Кто не подписан, просим подписаться на наш канал и поставить лайк, а также, чтобы не пропускать свежие выпуски новостей, нажмите на колокольчик. Спасибо. Фильмография знаменитого российского кино актера Бориса Щербакова составляет более двух сотен ослепительных перевоплощений. Сам же он расценивает, что немыслимый успех является заслугой любимой жены Татьяны. Именно она неизменно была поблизости, поддерживала и заботилась об отпрысках, пока Щербаков исчезал на студийных площадках. Безусловно, пересуды о нескончаемых романах Бориса Васильевича ходят долгое время. Сам актер неверности к своей супруге не опровергает. В телеэфире программа «Судьба человека Щербаков» сознался, что остальные женщины никогда не играли в его жизни огромные роли, а все романы были кратковременными. Что такое жизнь человека в размерах галактики? Это миг короткий и чрезвычайно красочный. Это вы меня спрашиваете про какую-то миллиардную долю секунды, это все было мимолетно, не имело значения. Вот моя жизнь, она и наш сын, объявил об этом знаменитый российский актер Борис Щербаков. Спасибо, что смотрели видео до конца. Благодарны за то, что пишите комментарии под видео. Это помогает нам в продвижении канала. Пишите комментарии под каждым видео, а мы выберем 20 пользователей, которые напишут больше комментариев под нашими видео и отправим каждому по 50 долларов. Нужно обязательно быть подписчиком нашего канала и поставить лайк на последние 5 видео. Берегите себя и своих близких. Будем благодарны за лайк и подписку на канал.